новосельем. Танюш, ты, господи, что такие тешки таскаешь? Что за зверь? Все-таки ты дикий парень из Погорска, Паш. Мультиварку никогда не видел. Ну вот и все. Закидываешь сюда, выставляешь время и гуляй. Не, я понял, понял, Таня. Шикарная вещь, но зря ты так. Столько денег. Не хочу, чтобы ты тут у нас оголодал. Знаешь, мне вообще-то полезно поголодать. О, черт, я думал, такая тяжелая. То посуда, а нет. Не то. Так. Оно. Вот. Паш. Да? Разве можно так жить? Уже неделю как к нам переехал, все на коробках. Да послушай, у меня не доходят руки. Постоянно на работе. Дела ерундовые, но завалило. Ну, хочешь, я вечером приеду, могу тебе собрать. Хорошо. Шеф. Доброе утро, Борис Петрович. Да. Хорошо, понял, выезжаю. А что там? Все. Добро. Есть. Нас утро встречает убийство. Откуда знаешь? Глаз загорелся. Ну, давай, беги. Анюта, приехали! Привет. Привет. Смотри-ка, даже не опоздали, суп не придется разогревать, Женечка. Ну, бай. Извини, Евгения, больше не буду. Пойдем салат заправлять, как ты любишь. Как я и люблю, Тёма и Нэзи не хватит. Антон, где жену потерял? Выпала по дороге. Антош, Антош, ты где? Женька! Куда все взялись-то? Анна Андреевна, вы здесь? Антон! Лев Борисович! Женька! Угу. Значит, все это вам снится каждую ночь? Нет, но часто. Просто вы подсознательно боитесь потерять семью, остаться одной. С чего же тут бояться? Тем более подсознательно. Семью я уже потеряла. Неправда. Антон Львович вас такой заботой окружил. А Женя, вы же понимаете, она подросток. У нее это пройдет. Раз в неделю видит мать, и то разговаривает через губу. Антоша, он добрый, но я ведь у него на шее сижу, кому это понравится. Зоя, это временно, скоро все наладится. Уже больше года у вас не было срывов, динамика просто замечательная. Да если так пойдет, вы сможете скоро вернуться к прежней работе. Это бросьте, ну, кто меня к малышам пустит? Но если вы говорите, что такая динамика, то, может, мне... Таблетки не пить. Ах, вы хитрюга. Нет. Лечение останавливать мы не будем. И родственники за вами присмотрят. Зой! И такая чешет, никого не видит. Ну. Ой, Мира. Я думала, ты на даче уже. А я решила тебя прихватить. Как прошел сеанс? Да, нормально. А чего ты ждала? Я бы на автобусе. Зой, ну какой автобус? Ну, мы семья или кто? Запрыгивай. Добрый день, Борис Петрович. Сиди, не вставай. Хотя нет, вставай. И куда бежать? Тучина. Это недалеко. Ну, что там? Кости. Ну, захоронение какое-то нашли. Древнее?
Ну, ты и разберешься. Что-то мне все время кости перепадают, как собаки. То в Погорске, то здесь. Между прочим, о твоих погорских успехах в Москве заговорили. Так-так. И очень заинтересовались тобой. Вот если ты еще в этом деле отличишься, они тебя точно затребуют. А вам лишь бы куда сбагрить меня, Борис Петрович? Таня. В Москву. Паевский, разделся? Одевайся, поехали в Тучино. Егор Гудко жил здесь один. Судя по всему, смерть наступила мгновенно. Лет-то ему сколько? 21. А вы... Ольга, старшая сестра, обнаружила тело. Галина рядом, средняя. Ясно. Я перед работой захожу иногда. Угу. Заходила, приглядывала за ним. Галка у нас в Питер уехала. А мама умерла год назад. Егор очень это тяжело перенес. Тяжело это как? У него депрессия была? Да нет, не то чтобы. Да наркоман он был. А вы сосед? Снизу, ага. К нему часто наркоша приходил. И сегодня тоже. Одноклассник кого? Как его звали? Это Юра, наверное, Сотников. Он и правда таскал Егору таблетки. Понятно. Ольга, Галина, вы не могли бы тут все осмотреть? Может, пропало что? Ну все, тело можно вывозить. Чем? Господи. Анализы, конечно, точнее покажут, но по первичным признакам парень действительно был. Под наркотой, я понял, поэтому не сопротивлялся. Надо найти этого Сотникова, причем срочно. Галь, смотри. Так, руками ничего не трогать. Что там было? Там должны были быть сережки. Мамины. Зеленые с камушками. Да, он все уже на таблетки спустил. Ну что бы он не мог? Он не мог. Вы постарайтесь успокоиться. Если их украли, я их найду. И убийцу тоже. Спасибо. Че, а кто обнаружил-то? Черт его знает. Анонимный звонок был в диспетчерскую. Причем могила такая странная, с бетоном. Дешево и красиво. Да в наших местах издавна так хоронили на кладбищах. Медведей раньше было много. Они в голодные годы могилы раскапывали. Че, сейчас есть медведи? Не, повывелись, не бойтесь. Сейчас просто по привычке бетоном заливают. Интересная традиция. Значит, что-то из местных прикопал. Вам бы уже, Татьяна Григорьевна, московские традиции пора изучать. Там ведь как хоронят? Золотом сразу могилку заливают, небось, и... А ты чего меня Москвой тычешь? Завидуешь? Или избавиться хочешь? Думаешь, новый начальник получше будет? Ну, куда лучше-то? Ну, что я могу сказать? Это мужчина. А куда Татьяна уехала, не знаете? На картошку. За городом какую-то кучу костей нашли. А Светлова у нас по костям профессор. А сама как кость. Ну так везуха. Лучше костями заниматься, нежели наркошами, которые режут друг друга за бирюльки. Ну правильно. Это мелковато для тебя. К нам же самый крутой следак из города Кукуевска приехал. Надо прибережь для него дело века. Убийство в Восточном экспрессе, а? Ты радость и дурак, что легкотня досталась по горячим следам. Товарищ капитан, Сотникова доставили. Так быстро? Ну так веди. Так он это, не алло, смотрите. Вы понимаете, в чем вас обвиняют? Не, можно я посплю, пожалуйста? Красава. Поспи. Веди его в камеру. Проспать? Да не могу. Давай помогу. Господи. Очнись! Чё дело? Странно, если он в таком невминозе, значит, после убийства он вообще слова «мам» не мог сказать. И отпечатки с ножа стёрт. Как догадался-то? Спинным мозгом. Со мной такое бывает. Я когда знаю, что Женьку скоро увижу. Начинаю дрожать. Ну, а ты не дрожи. Все будет хорошо. Как всегда.
Смотри-ка, что там? Где? На берегу. Полиция, кажется. По-моему, что-то копают. Как личность установим, надо будет с фотографией в ближайший поселок обойти, может, кто-то узнает. Когда ты ее установишь, эту личность, и с отпечатками пальцев, Танечка, я тебе сильно не помогу. Смешно. Да. Разве только поднять каждое заявление двухлетней давности о пропаже и взять ДНК у родных? 2 года тут лежит. Около того. Значит, будем у всех анализы брать. Причина смерти? Предположительно, ЧМТ. Череп проломлен тупым предметом. Точнее сказать не смогу. Может, его вообще до этого отравили. Что-нибудь еще? Да вот пальцы на правой руке сломаны. До этого, думаю, что они были зажаты в кулак. При жизни? Нет, сломы почернели. Сломали совсем недавно. И плиту кто-то до нас поднимал. Привет! Привет, я сам закрою, Мир. Привет, Зашка. Здравствуйте, Лев Борисович. Никак невестка моя наконец-то пожаловала. Даже две. А, здравствуй, Зоя. А, Анна Андреевна, вы простите, Мира из-за меня опоздала. Да ничего. А где Женя? Она в комнате своей с Варькой разговаривает. А, ну чего ты, сама к ней зайди. Да, она разговаривает, я потом. Да именно, давайте в дом. Ну вот с чего ты взял, что твой Сотников был в таком же невминозе? Может, у него как раз просто денег не было на дурь? А он гудко пырнул, бирюльки забрал, кому-то их загнал и на эти бабки закинулся. Так это Сотников таскал на наркоту гудко. Значит, деньги у него были. И кому он мог загнать бирюльки рано поутру? Ну, мало ли, может, он сговорился заранее с кем барыгой или еще чем-то в этом роде. Не-не-не-не, это не работает. На момент смерти гудко был закинут по самое не хочу. Ну тогда чего Сотникову-то не хватило? А? Ну, на камере же видно было, он практически на корячках выползал. Ну, тоже логично. Вряд ли. Ну, это получается преднамеренное, да? Но он не стал бы тогда так закидываться. И сережки у него не нашли. Короче, надо искать этого барыгу. Богиня, зашла и осветила. Все равно без дела маетесь. Хоть кофейку налейте. Надюш, может, что покрепче? Взболтать, но не смешивать, да? Не сегодня. А с вами мы еще не знакомы. Я здесь недавно. Капитан Требушко. Будем знакомы. Очень приятно. Меня зовут Надежда. Можно просто Надя. Ясно. А вы, наверное, стажер, да? Ой, дурак ты, Паша. Пашка, прикусил бы ты язык, но посмотри, Надежда у нас самая загадочная, самая таинственная, самая секретная. Руководительница отдела наружки. О. Без сахара. Вы извините, я не хотел вас обидеть. Вы просто так молодо выглядите. Вы умеете общаться с женщинами. Вы прощены. Павел Требушко. А это похоже на следы от этого, как его? Металлоискатель, да. Молодец, Вень. Давай, звони в отдел, пусть пробьют, кто сегодня звонил в диспетчерскую. Ага, понял. Так. А вы, Павел, к нам из Погорска один приехали? Или с семьей? Пока один. Вень, повиси немножко, сейчас ответ придет. И правильно. Одному-то лучше. Да нет, просто я ведь не такой секретный агент, как вы. А это кто у нас там хохочет? Неужели Наденька зашла, а? Ага, давай, давай, пишу. Да. Короче, аноним у нас оказался, ну, прямо очень анонимный. Но сегодня он звонил Фалееву. Антиквару. А вы знаете другого Фалеева? Я много чего знаю, поехали к нему. Давай. А что у нас Надюшка в отделе забыла? А вы что, не знаете? Она мимо мужских новых кадров не проходит. Но вы не беспокойтесь так, Татьяна Григорьевна. Она поиграет, как всегда, и бросит. Ну, слава богу. Между прочим, вы, Павел, заглядывайте к нам в отдел. И я вам по секрету скажу, где он находится.
Спасибо, Надя. Загляну обязательно. Просто у нас в нашем Кукуевске никогда не было такого полезного отдела. Ну вот видите, плюсы работы в области. А вот куда тебе точно заглянуть, так это к Фалееву. Он, кстати, по делу Светловой промелькнул. Фалеев это кто? Солидный человек, владелец антикварного салона. Краденое скупает с превеликим удовольствием. Барыга, то есть? Большой друг нашей конторы. Сливает своих клиентов нам по-тихому. Информатор. Спасибо, но это ж тема. Адресок дадите? Алябьева 10. Класс. Надя, было приятно познакомиться. И мне. Женька, ты даже поесть не пришла. Я потом поем. Ладно. А ты с Варей уже договорила? Может, погуляем? Ну зачем? Не знаю, птиц послушаем. Вдруг еще не все улетели. Перекличку устроим, как раньше. Помнишь, мы с Удодом разговаривали? Удод кричит не так. И мне Мира скачала приложение с птицами для биологии. Классно. Так ты у меня орнитолог настоящий. А покажи, как Удод разговаривает. А у Вари как дела? Что она рассказывает? Ничего. Ты про меня и про Варю уже совсем ничего не знаешь. И хватит ко мне лезть. Я к Ксении не лезу. Где слов таких нахваталось? Я бы очень хотела, Жень, чтобы ты лезла в мою жизнь. Но я все понимаю и не буду приставать. Мира моложе, тебе с ней интересней. Да, мне с ней интересней, потому что она ко мне не лезет. Ей вообще на меня все равно. И всем на меня все равно. И мне на всех все равно. Я взрослая. Понятно? Понятно. Простите, не припоминаю. Я в курсе, что вы очень хорошо знаете моих коллег. Поэтому у меня вопрос деликатный. Вам сегодня никто сережки не приносил, такие старинные, с зелеными камушками? Нет, не было таких. Ну что ж, если кто-нибудь их принесет, нам очень важно узнать. А, да. Хорошо, хорошо. Безусловно. Вещички сильно криминальные, понимаете? Да я уж догадываюсь, безусловно. Ну, был сегодня один звоночек. Ну, обещали к вечеру прийти, принести несколько позиций, посмотреть. Но с чего вы взяли, что речь идет именно об этих серьгах? Кто звонил? Мужчина? Женщина? А вы знаете, у меня возникла потрясающая идея. Знаете, вы можете подождать меня снаружи. А когда этот человек придет, я из окна вам подам знак. Вы сами зайдете и совершенно спокойно все увидите. И... Хороший план. Да. Привет. Добрый день. Антош, ну серьезно. Жене это все не нужно. Что, шашлык? Это женщина, не заставляй ребенка с ней общаться. Это женщина, ее родная мать. Может и родная, но уже никакая не мать. Ма, депрессия это не преступление, не мешает Зое быть матерью. В ее проблемах я сам виноват. Ее нужно было поддержать после выкидыша. А я встретил Миру. Ну, за этот грешок ты с лихвой расплатился. Сидит у тебя наша и будет сидеть. Никто ее уже никогда на нормальную работу не возьмет, ладно? Антон, это безумие привозить в дом психическую. Это может быть опасно. Зоя? Ты чего здесь? Извините. Мне просто стало как-то страшно. Кто звонил вам с этого номера? Абсолютно незнакомый номер. Возможно, это реклама. С этого номера звонили только вам несколько раз за этот месяц. Ну, похоже на рекламу. Да, сейчас столько мошенников.
Да, кстати, о мошенниках. У вас тут так много занятных артефактов. Занятных? Ну, сомнительных. Осторожней, прошу вас, осторожней. Вот думаю, эксперта позвать. Что скажете? Подождите, я уверен, что мы найдем вариант, который для всех нас... И салон мы на время проверки закроем. Паш, мне нужен не вариант, а человек, который могилу раскопал. Ну, а может быть, у Павла есть предложение? Да, у вашего коллеги есть предложение. И у меня есть предложение. Вы сдаете мне абонента, я вас больше не беспокою. Я могу на это надеяться. Ну, этот парень полный идиот. Он занимается копанием. Как что-нибудь раскопает, сразу же мне несет чушь всякую. Я ему говорю, ты мне, пожалуйста, не звони, не неси. А он репутацию мне просто портит. А тот недавно он симку купил левую, и с этого же телефона мне вот и звонит несколько раз. Как звать? Илья. А фамилия есть у Ильи? Карпин, кажется. И больше я ничем помочь не могу. И дел никаких с полицией я больше не имею. Конечно, не имеете, если не будете нарушать закон. Пойдем. Что? Что еще? Так мы же... Нет, все, с меня хватит. И человека, про которого вы спрашивали, я только что сдал вот этой вашей даме. Так что с нее и спрашивайте. И салон закрывается. Хорошего дня! Тань, подожди, я с вами. Зачем это? У тебя свое дело, у меня свое. Послушай. В общем... Паша, хватит за мной хвостом ходить. Уже в управление разговоры пошли ненужные. Таня, Фалиев мне сказал, что копатель звонил и по моему делу тоже. Но я должен проверить. Мы с ним договорились, понимаешь? А если он сейчас соврал, то я пролечу из-за тебя. Вы с ним договорились? Прекрасно. Ты тоже с ним договорилась? Только по-плохому. Послушай, твои кости могут подождать. У меня человек в КПЗ сидит. Живой. Может, ты не виновен? Живой сидит? Ну ладно, поехали тогда. Хватит уж греть. Мы поехали. Поезжай в отдел, мы сами. Ой, совсем забыла. Мы же по дороге полицию видели. Да ты что? Настоящую полицию? Прямо на дороге? Вот это новость. Балда. Ну, не на дороге, а здесь у нас, на берегу. Да-да, точно. Что-то они там раскапывали. Ну что, искали древние сокровища древних тучинских викингов, не меньше? Да что ж такое-то, а? В порядке? Давно пора выкинуть эту рухлядь. Падает со стены. Голову когда-нибудь меня проломит. Господи, вечно ты со своим ружьем. А чего оно у вас на стене-то висит? Его в сейфе хранить надо. Мир, кстати, права. Я сейф ему год назад подарил, чтобы ружье в нем хранить, и не чтобы оно не падало тебе на голову. Пользуемся мы сейфом. Мать там наливки настаивает. А что, темно, сухо, полки удобные. Оно хоть не заряжено? Ну, кого им надо заряжать-то? Медведи-то повыявились. Здрасте. Здрасте, Илья. Отдайте, пожалуйста, кольцо. Какое кольцо? Кольцо, которое вы забрали из раскопанной вами могилы у поселка Тучино. Вот я ни в каком Тучино не был, ничего не раскапывал. Однако именно вы позвонили в полицию, ваш номер опознал Фалеев. Ух ты, какая интересная штука. Давно себе такую хотел. Ты не будешь против, если мы возьмем ее ненадолго? Сверим со следами на берегу и вернем. И, кстати, ботинки тоже. Хорошо, что ты их не почистил. Ладно. Я раскопал и позвонил. А мог бы и не звонить, между прочим. Это вообще не моя обязанность. И ничего я там не брал. Ваш металлоискатель что-то обнаружил. Поэтому вы начали копать. И обнаружил он, скорее всего, какой-то ценный металл. У скелета на правой руке сломан мизинец. Вы сломали его, когда снимали кольцо. Илья, ну ты ж не могилку на кладбище раскопал, а незаконное захоронение. Отдай кольцо, тебе ничего не будет.
Ну, или мы предъявим вам препятствие расследования, будет совсем по-другому. Ну, ладно. Оно и так не старинное. Зато приметное, и нам это в плюс. А, да, кстати, Илья, а что соврал Фалееву? Не, ну, нам-то пофигу, но просто интересно. Ты ему сказал, что принесешь несколько позиций, а у тебя только одно кольцо. Чего? Ну, совсем, что ли? Ничего я не говорил про несколько. Я сказал, одну штуковину покажу, и все. Хорошего дня. Вот так и знал. Соврал мне Фалеев. Он ждал ни одного Илью. Кто-то еще должен был принести ему украшения. Может, даже самые эти серьги, которые были в квартире Гудко. Ну, возьми постановление, нагрянешь к нему с обыском, что-нибудь нароешь. А если он успел припрятать украденное? Сяду в лужу с размаху. Паша, скажи, что еще я виновата. Ну, не могла я уйти, ничего не добившись, пойми. А теперь у меня есть кольцо, с которым легче установить личность. Да, я понимаю. Ты злишься? Нет, не злюсь. Нет, да, я расстроен. Ты придешь вечером? Ну, если ты меня будешь ждать. Буду. Поехали. Ой, какой запах. С ума можно сойти. Некоторым только дай повод. Господи, Петя. Ты там что, совсем с ума сошел, братишка? Да заело! Забыл, где защелка. Ай. У вас тут ржавое. Сейчас еще надо к родителям приезжать. Петенька, а я и не ждала. А вы не ждали нас, а мы приперлись. Петька, привет. Я тебя 100 лет не видала. Ты совсем сюда не приезжаешь? Зато ты сюда мотаешься, как на работу. Братишка. Так, пойдемте в дом, остынет же все. Евгения, спускайся. Ну, шашлык сам себя не съест? Да. А мы съедим его. Без тебя. Уже сам меня вчера до двери проводил, и не было у него никакого ножа. Да я бы зачем? Ну, мы с Гошкой со школы вместе. Ну, кто? Забыли про нож. А сережки у него были? Такие старинные, зеленым камушком были? В шкатулке, да. Вчера показывал. Но это не его, это его мамы, Софьи Михайловны. И она велела отдать Галке их на свадьбу. Ты их забрал? Галкины сережки? Да, я говорю, ты их забрал? Нет, ну что, нет, конечно, нет. Ну хорошо. Не ты, так не ты. Может, он их продал? Да нет. А когда? Ну, вчера только показывал. Он сказал, отдаст их только Галке. И больше никому. Вот хоть бери его, ножом режь. Говорил, не отдаст. А кто-то просил его отдать? Да я не знаю, правда. Ну что со мной-то теперь будет? Ох, Юра, ну как что с тобой будет? Ты и сам понимаешь. Ты ведь вместе с ним употреблял не алкоголь, а наркотики. Да, я сам принес, честно. Я за таблеток я отвечу, но нашел, но это не я. Разберемся. Вень. Да. Иди-ка сюда. Смотри. Вот это наше кольцо. Олег Свиридов пропал 2 года назад, 23 года. Заявление подал отец. Живет в Погорске. Ха, ничего себе, парень с кольцом. Ладно бы еще в носу. Но это в нем не самое интересное. На момент пропажи он уже находился в розыске. А кто его искал? Представь себе, мы. Он ехал за рулем, его тормознули ДПСники, он не остановился. Они погнались за ним, он бросил машину, а в багажнике обнаружили вот это. Лекарство, что ли? Наркотик. Приличная партия. Я такого не видел раньше. Я тоже необычный. Да не, он 5 лет уже ходит по области, но редко видно производителя один. Говорят, сильная вещь. Да, Андрей Витальевич?
Короче, понятно все. Свиридов был барыгой. Кто-то его мочканул. Глухарь чистейший. На этом деле мы далеко не уедем. А Москва далеко. Ну, мы не в Москве, и работать придется, как обычно. Поехали в Тучино. Расспросим народ, может быть, кто-то его узнает. Отцу его я сама позвоню. Да я не могу больше, ты понимаешь? Не ори. Мир, ты же обещала. Ты можешь хотя бы до вечера подождать? О, а ты чего тут одна? Все хорошо у тебя? Да, все хорошо у меня. Точно? А у вас? А что у нас? А, ты про Петю? Ну, что поделаешь, баловали его, баловали. Вот он и вырос таким, сам ничего сделать не может. Все ему должны, все перед ним виноваты. А он хоть работает где-то? Ай, работает. Якобы мне помогает, на шее у меня сидит. Как я? Много нас на одну твою так, шею. Я тебя прошу. Да, просто за корректуру платят гроши. Если было больше заказов... Родная, даже не думай об этом. Ты же ничего почти не тратишь. Я вообще боюсь, что ты голодаешь. Иди лучше еще шашлычка. Да я объелась. Давай. Мне хоть бы одну зацепку. Не вешай нос, может, эти цацки потом в другом месте выплывут. А Светлова знатно тебя кинула. Знатно. Кто бы сомневался, она же акула, кого хошь сожрет. Ерунда. Да не акула она никакая. Пашка. Паш, Павлуш, Павел. Паш, ты на кого глаз положил? Она же тебе голову откусит после секса. Не после, а до. Так, 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 так. А это уже интересно. Что интересно? До или после? Хорош. Телефон Егора Гудко разблокировали последний раз в 7:32. А Сотников, судя по камере над подъездом, вышел из дома Гудко в 7:09. Ну, может, сестра, когда пришла, включила и чё? Не, сестра пришла половина девятого. А кто это у нас тут? Интересно. Она зашла в 7:49. Женщина, с вами можно познакомиться? Влюбился с первого взгляда, да? Не, скорее я заинтригован. Но ведь раннее утро, все выходят из дома, идут на работу, детей отводят в школу. А в подъезд в этот период зашли только двое. Сотников и она. Это глава. Хорошо, что тебя к нам перевели. Будет с кем работать, когда акула эта умотает свои столицы. В смысле? Андрюх, ты смотри-ка. Он не знал? Пашка, как так-то? Так, аккуратнее, не уроните здесь ничего. Так, это к нам, а вот это к нам. Сливовый, с Львовой, мой любимый. И мой. А это яблочный. А я оба люблю. А Петька вообще лимонник. Да, Петя? Да. Так кого это волнует? Это, ну, маму волнует, Петя. А можно я порежу? А я на этих пирогах Женьку дровям учила. Помнишь? Да. Зоя, научи меня. Я с дробями до сих пор не очень. Ну, смотри, вот у тебя пирог. Это одно целое. Да. Разрезаешь его напополам, тогда одна из двух частей – это одна вторая. Одна вторая. Да. А если еще пополам? А если еще напополам, то я беру свою 1/8, пока ты не порубил ее на 16. Молодец. Да, спасибо. Мам, а можно мне еще 1/8, пока она не стала 1/16? Конечно, сынок. Да-да. Здрасте. Здравствуйте. Прошу прощения за вторжение, есть полиция. Мы опрашиваем всех жителей вашего поселка. Видели ли вы когда-нибудь вот этого человека? Нет. Я нет.
Знакомое лицо. Да? Где вы его видели? Здесь, в поселке? Простите, вы меня слышите? Не помню. То есть помню, но не помню, откуда. Может быть, мне просто приснился кто-то похожий. Со мной такое бывает. Ну и ничего страшного, не переживай, потом вспомнишь. Ты, главное, не волнуйся, хорошо? И пойдем, я тебя провожу, ты, наверное, лучше прилежишь. Стоп, никто никуда не идет. Извините, пожалуйста, товарищ. Майор. Товарищ майор, можно на минутку? Да. Товарищ майор, пожалуйста, оставьте мою жену, мою бывшую жену в покое. Ей нельзя нервничать. Почему? Дело в том, что у нее неустойчивая психика. Она сейчас проходит сеанс лечения психотерапевта. И лишний стресс ей совершенно ни к чему. Сожалею, но этот стресс не лишний. Судя по всему, ваша бывшая супруга обладает нужной для следствия информацией. Это частная территория? У вас нет никакого права врываться на семейный ужин и подвергать человека насильственным допросам. Вызывайте ее, пожалуйста, повесткой. Ну и давайте дальше все по правилам. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Зоя, дорогая, пойдем. Антош, ну ты что за мной при всех, как с маленькой? Я не хочу еще спать 10 вечера только. Простите, вы хозяин дома? Да, Лев Карцев. Это моя супруга. Ага. А эта женщина, Зоя, тоже Карцева? Да, это бывшая жена моего старшего сына Антона. У нее не все в порядке с головой. Угу. Анна Андреевна, ну, это уже слишком. У Зои просто нервы расшатаны. А нервы — это не голова, да? А вы? А я Мира Карцева, жена Антона, вторая. Очень приятно. Простите, а мне кажется, это я вас сегодня днем у реки видела. А что вы там нашли, этого человека на фото? Простите, у нас нет уверенности. А почему? Что по телу непонятно, что ли, или что там одни кости? У вас очень интересная работа. Да. Если что-нибудь вспомните, вы или эта женщина, позвоните мне, пожалуйста. Еще раз прошу прощения. Только давай сразу засыпать, да? Не переживай, Антош, все в порядке. Наверное, мне просто показалось. Я перенервничала немножко из-за Жени, вот поэтому и... Да-да, я понимаю. Надо просто потерпеть. Женька теперь растет, ей всего 13. Угу. Слушай, а вот и тесно же здесь у тебя, да? Да мне нравится. Я, наоборот, на втором этаже не любила спать. Ну, раньше. Ты моя девочка. Ну, давай скорее засыпай. Все, спокойной ночи. Я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста. Ты чего творишь? Пусти меня. Так нельзя! Ты обещал. Я тебе ничего не обещала. Отвали. Братик, дорогой, ну оставь мою жену в покое, пожалуйста. Да пошел ты. Вкусно? Да. И сам все разобрал. Молодец. Ну, а чего разбирать-то? Вещей не так много оказалось. Mm-hmm. Да и квартиру-то я снял махонькую. На самом деле, я думал про ипотеку, чтобы взять чего-нибудь побольше. Для двоих хотя бы. Ты вперед паровоз не беги, Паш. Чтоб потом обжигаться не пришлось. А тебе самой бы не хотелось? Ну, стабильности какой-то. Может быть, хотелось. Только я не знаю, как это обернется. Вот возьмем хотя бы этих Карцевых. Жил-был человек, была у него жена. А потом раз, появилась вторая. А у первой крыша поехала.
Ну, тогда лучше вообще не жениться. А ты мне не про Карцевых, ты про себя говори. Ну? Ну, может, у тебя другие планы, я в них не вписываюсь. Да нет у меня никаких планов. Да? Да. В Москву тебя не зовут? Доложили уже. Теперь у тебя новое боевое братство. Поздравляю. Танюш, я хотел бы, чтобы ты сама мне об этом сказала. Какие ко мне претензии, Паша? Не понимаешь? Нет. Вообще-то я в Шейн приехал ради тебя. Да? А я думал, ты собираешься карьеру строить. Послушай, не такой карьерист, как некоторые. Большое спасибо за комплимент. Вообще-то я не думала о переводе, но шутки боевого братства и твои претензии поневоле заставляют задуматься. Тань, подожди. Тань, я... Это больше не твоя семья.